some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Ханиген нас поторапливает и сообщила, что группа захватчиков президентской дочки называется Los Illuminados. И с вами Ниагара, конечно же, я вас приветствую на своем канале. Мы продолжаем проходить Resident Evil 4. Он тут в прошлой части хорошенечко так прижал Леона. Правда, мог его убить, да, мог, но этого не сделал. И сказал ему, что у тебя та же кровь. Давайте пойдем вслед за ним. Леон, ты как, в порядке? Пульс в норме? Да, ты не ошибся. Только что мы здесь видели женщину, которая давно тебе знакома. Ада Вонг. С ней он находился в Ракун-Сити. Выживал там. И считал ее до некоторого времени погибшей. Наверное, на картине та самая церковь. Надеюсь, Эшли все еще жива. Ну, конечно, я тоже на это надеюсь. Иначе все наше дело просто провальная миссия. Мы сейчас тут что-то осмотрим. Ага. Граната. У меня их уже столько, блин. Мне надо как-то их расходовать уже. Потихоньку. Наберем тут еще писет. Кажется, люди здесь ведут самую обычную жизнь. Они даже книги читают. Да, Леон, представляешь? Когда-то эти люди были совершенно обычными, нормальными. Они читали книги, вели обычную жизнь. Кажется, те, кто живет в этом доме, едят обычную пищу. Ему все не верится. На картине изображено озеро. Может, оно недалеко отсюда. Не верится, что все эти люди, они какие-то, ну, не совсем люди. Давайте сохранимся. Так, ну что же, у нас есть два варианта. Мы можем пойти вот сюда. Тихонечко так откроем дверь. О, господи, черт, побери! Это доктор Сальвадор, кажется, его зовут. И нельзя дать ему подойти близко, иначе он просто запилит Леона насмерть. Ты отвали отсюда. Да, он немного сильнее, чем все остальные обычные зомби. Давай, Леон. Вольнем его. Мне кажется, он все еще не угомонился. Давай в голову. Он такой, нога! В кость попала, в кость. Да ты посмотри на него, а. Ну, все, нет. Я, конечно, его убиваю с большого расстояния. Возможно, если бы я подошла как-то к нему поближе, он бы быстрее скопытился. Но, тем не менее, подходить к нему близко я что-то как-то опасаюсь. Надеюсь, вы меня поймете, почему. Так. Давайте посмотрим, что здесь есть. Мы могли там войти на второй этаж.
И никаких медальончиков, и никаких там гнезд, забыл это слово, нет. Кстати говоря, я там вижу опять-таки чувачков. Я думаю, что можно зарядить пистолет. Так, ладненько. Я там вижу еще чувачка, кстати говоря, вот. Да что вы говорите? Давай, Леон! Он подкрался. В пузяку ему, в пузяку. Зачем он делал такую пузяку? Женщине. По рукам. А в голову? Ну, в голову, конечно, неприятнее всего ей получать. Не мастер я все-таки стрелять по головам. Да. Ну и потом, как, друзья мои, вы уже знаете, я играю на геймпаде. Не знаю, из чего лучше прицеливаться. С клавиатуры или с геймпада, честно говоря. Сложно мне это как-то сказать. С чего лучше. Но, тем не менее, я все-таки считаю, что я... не так уж и плохо справляюсь. Так, знаете что? Пришло время ручных гранат. Да. Кидаем гранату. Готово. А давай еще кинем, мне так понравилось. Да. Держите. Как круто. И почему ли он мы их раньше не использовали, а? Не знаешь? Так, ну что ж. Мы сейчас соберемся, что от них тут выпало. Всякие приколюшки, патрончики. Обязательно-обязательно все собираем, да. И давай еще разочек посмотрим, нет ли здесь каких-нибудь оставшихся гнезд. Но проверяю, конечно, как могу. Все-таки мне кажется, я что-то где-то оставляю. Позади себя. О, ну здесь их довольно много, знаете ли. Я не хочу рисковать. И так, слушайте, там вот. Да. Их здесь много, действительно. Ну, когда у меня закончатся эти патроны для ружья. О, не, вот сейчас время гранаты, знаешь, зажигательная, ручная. Давай кинем ручную. Да, нет, 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 нет. Ух ты, это было опасно. Это было очень близко. Получай. И ты тоже. Не надо ко мне подходить слишком близко, я нервная. Так, а сейчас возьмем пистолет. Сейчас их не так много. Женщину пристрелим с вилами, которая покушается на жизнь моего другого Леона. Умри, пожалуйста. А? Что ж вы все такие агрессивные? Леон, по-моему, до сих пор не знает, в чем причина. Он просто знает, что они охраняют дочь президента. Вернее, как охраняют? Они хотят воспрепятствовать его общению с ней. Так, смотрите, как кто там у нас. Давайте его снимем с винтовки. Это будет прикольно. Он такой стоит, не ожидает. В голову. Ну-ка. Есть. Ну, Леон прямо снайпер. Все-таки музыка все еще какая-то такая неприятная, что неужели здесь кто-то остался? А? Неужели кто-то здесь есть? Здесь мы уже все довольно тщательно обследовали в самой первой части. Не думаю, что что-то тут такое еще прямо сверхъестественное мы можем обнаружить. Единственное, что символ
Да, нам, наверное, подойдет этот ключик. Так. И это, как вы сами можете понять по музыке, Save Room. Такая музыка приятная, она не совсем идентична тем, которые были, конечно же, до нее. Но, тем не менее, довольно приятная и запоминающаяся. Навела к тому же еще порядок у себя в инвентаре. Так. Ага, понятно. Так, и мы берем сейчас патроны для ТМП, которого у нас, по-моему, пока еще нет. Ух ты, что ты натворил, Леон? И что же там у нас такое? Шпинель, конечно же, шпинель. Приходится спрыгивать в какую-то канализацию, ну, место, конечно, малоприятное. Тем не менее, мы вынуждены пройти именно этим путем. Леон, я думаю, очень добросовестный сотрудник. Он будет исполнять свое задание, как бы ни было там сложно и трудно. Сколько бы врагов ему не пришлось перебить. Да что ж такое-то? Два патрона в молоко. Так, ну, тут какая-то вообще прикольная штучка. Элегантная заколка. Леон такой ходит, собирает драгоценности. По ходу выполнения задания. Да. Он всегда помнит, что здесь есть испанский торговец, готовый предложить ему разные виды оружия, усовершенствования тех, которые у него есть. Перезарядимся. Так, и пойдем так потихонечку, так, вперед. Не знаю, что нас там ждет. Ну что, барыга нас там ждет. Я сейчас у него тут затарюсь и потом вам расскажу, чем именно. Вот так. Итак, давайте посмотрим, что я приобрела. Приобрела я этот ТМП, приклад к нему. Еще прокачала ружье. Ну, все, что, все какие улучшения сейчас у него были доступны, прокачала. И немного прокачала у нас пистолет. Да. Там, по-моему, обойму. Что там, скорость перезарядки. Нет, мощность. Мощность, да. И обойму. Так что мы теперь такие все крутые, идем дальше. Ну, как крутые. Громко, конечно, сказано. Но тем не менее, там дальше ничего нет. Думаю, вдруг там за спиной что-нибудь такое эдакое. О, местное кладбище и церковь. Леон так оценил ситуацию. Пострелял ворон. Что? Ну, я вас вижу, да. Давайте. Я пока, может, прицелюсь в ворону. Ай! Есть. Ух ты! Я вижу женщину с серпом. Ну, тот мужчина очень далеко. Ой-ой-ой-ой! Она такая... нога! Оставила нам денежки. Есть. Ой, давай, Леон, быстрее. Уж как кто-то очень он близко. Блин! Подобрался, давай его. Не успели мы, конечно, отфигарить. Так, подожди. Подбираем деньжата. Так, тут еще кто-то был, нет? Или мне показалось? Мне показалось, что еще какой-то мужичок здесь бродил. Опять же, медальончики, в которые я с трудом попадаю, проверяют мою меткость. Ну,
По поводу лечиться пока не знаю. Хотя, знаете, могут, конечно, быстренько очень меня здесь оприходовать. Я, конечно, постараюсь не дать Леону погибнуть. Мы сейчас осмотримся. Та самая церковь, в которой мы так стремились, и в которой, скорее всего, находится дочь президента. То есть мы... Ну, как подумал бы Леон, я так скажу, мы как будто бы близки к своей цели, да? На самом деле, конечно, игра только-только началась. Здесь нет никаких бочек. О, кого я вижу? Привет! В голову ему Леон. Он выдержал 3 хедшота, по-моему, ага. Посмотри, какой сильный. Ах, это сейчас было зря. Ну ничего. Взяли зато патроны. Чё-чё? А, привет. Они всегда так кричат воинственно. Ну там, типа. Да здравствует Мексика, не знаю. Оу. Вот это жесть, конечно. Взрывание голов просто отвратительное. Хотя я знаю, что многим игрокам это как раз-таки очень нравится. Такая фишечка в этой игре. Давайте разобьем эту штучку. Я в нее, наверное, отсюда не попаду. Наверное, нет. Так, ну-ка, а отсюда? Тем более, я ее вообще не вижу. Где этот синий медальон? Ёлки-моталки. Где? Вот он. Вот так. Есть. Так, ну, что-то мне состояние Леона вообще не нравится. Давайте используем все-таки аптечку. Мне не нравится, когда он так что-то пригибается, подхрамывает. Как-то это все страшно так выглядит. О! Здрасте. А, Леон, Леон! Ах, черт. Быстро, быстро лечимся. Практически грохнул он нас. Да, нас. Меня и Леона, естественно. Здесь есть какая-то загадка. Сейчас будем пробовать ее разгадать. Привести в действие. Так, ну думаю, чтобы привести эту головоломку в действие, мне надо, наверное, здесь еще побродить. Я не знаю, как ее решать. Так, 11 из 15. Ну, я, конечно, что-то она пропускала где-то. Вообще-то, торговец требовал 10, хотя бы 10 медальонов. Так что мы принесем ему 10 медальонов, не 15. На двери углубление, туда что-то вставляется. Маннеген, это Леон. Door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Такие очевидные вещи они обсудили. А, понимаете, я не могу войти. Ну, так, а что, вас же учили взламывать замки? Давайте входите как-нибудь. На чем мы порешили? О! Смотрите, как что-то здесь есть. Что там? Зажигательная граната. Молодцы, конечно. Переговорили. А, возможно, мне в решении головоломки помогут эти могилы, а? Как вы думаете? Наверное, здесь похоронены близнецы. Этот символ немного другой. А, конечно, для всех могил разные символы, естественно. Так, вот, символ какой-то есть. Такой символ он уже видел. Угу. Так, это головоломка, конечно же, с такими символами. Подожди, я сюда это не зашла, что ли? Разве? Как я могла пропустить это местечко, полное золота и патронов? Ай-яй-яй, как нехорошо с моей стороны. Так. Ну что же, вот здесь тоже какой-то знак.
тоже близнецы. Символ немного другое. Ну, кстати говоря, Леон говорит одну и ту же фигню, что это какие-то символы. Так, такой символ мы уже видели. И такой тоже. Ага. Зависит от могилы. Очень странная головоломка, я вам скажу. Ну, мы попробуем ее разгадать. Нам нужно как-то войти. Кстати, здесь есть тоже какая-то дверь. Наверняка она закрыта. С другой стороны. Естественно. А как же? Они ждали прихода Леона и забаррикадировались. Мама, не горюй. Так, приводим в действие. Три символа близнецов, которые мы видели. Диск поворачивается на три или на четыре деления. Так, на три. Вот такой символ мы видели. Да. Так, следующий символ. Еще три. Так. Еще три. Вот такой. Так, сейчас... Четыре. Подождите. Надо сообразить. Так, подождите. Три. Ну-ка вот сейчас. О! Надо было активировать те символы, которые изображены на могильных плитах. Да, у нас есть теперь кошачий глаз зеленый. Прикольно. И что там может вставляться в эту дверь, интересно? Какой-то ключ, он говорит, должен быть. Интересно, какой? Круглый какой-то. Закрыто на двери углубление. Так, ну мы, да, мы по-прежнему не можем войти. Я лишь отгадала какую-то загадку, чтобы получить кошачий глаз. Мы сейчас пойдем вот в этом направлении. Женщина, ну что я вам... Сделал плохого, подумал ли он? Ну действительно, да ребята, ну в самом деле. Эй, ах ты черт! Ты попал в Леона, все, тебе не жить, друг мой. И второй раз. Вот ты посмотри на эту сволочь. Ах, черт, ну все. Умри, пожалуйста, с миром. Что мы смогли от него взять? Там писеты. К сожалению, Леон в плачевном состоянии. Мне придется использовать... Да, хилку. Так, ладно. Перепрыгиваем. И тут у нас еще один медальончик. Я не знаю, конечно же, все не собрать уже. Что такое ощущение у меня? Что где? Ух ты! Ауч! Где эта сволочь? Так, что-нибудь она нам оставила? У меня есть яйцо. Яйцо мы можем восполнять свое здоровье. Как ни странно, сырые яйца подлечивают Леона. Закрытие церкви. Давайте почитаем. У нас два беглеца. Первостепенную важность представляет Луис, за ним следует американский агент. То, что Луис украл у нас, значит гораздо больше, чем девчонка. Без похищенного предмета она нам не нужна. Мы должны вернуть его, чтобы закончить то, что планировали. Если предмет попадет в чужие руки, то мир не станет таким, каким видит его лорд Садлер. Нужно вернуть его любой ценой. Кроме того, не стоит забывать ее девчонке, чтобы быть уверенным в том, что агент не доберется до нее. Я запер двери церкви, в которой мы ее держим. Но мы с этим столкнулись, знаете ли. Да, хорошо заперли. Каждый, кто захочет попасть в церковь, должен сначала получить разрешение у лорда Садлера. Ключ находится у озера, там он надежно спрятан.
так как лорд разбудил Дель Лаго. Никто не пересечет озеро живым. В венах агента течет наша кровь, поэтому его приход к нам лишь вопрос времени. А когда он будет с нами, уже никто не придет на поиски девчонки. Ну вот после прочтения вот этого становится жутковато. Мне кажется, Леон, не помня то, что его заразили, он начинает понимать, что они говорят о том, что он должен к ним присоединиться. Ёлки-палки. И что ключ от этой церкви, блин. Леон, ну чё у тебя так руки трясутся, а? Ай, ёшкин кот. Ну, ай-я! Во, есть. Что, короче говоря... Давайте вот так окопируемся. В озере разбудили какое-то чудовище, которое должно нам помешать добраться вообще. Ух ты! Есть. Отличное оружие! ТМП. Так что пока что все очень даже не весело. Вот это долбанное озеро. Дочь президента заперта. И мы до нее пока никак не можем добраться. Все слишком печально. Местные жители агрессивные, как понял Леон. Они все заражены. Ох ты, смотрите, сколько мы тут всего можем собрать. Давайте им зажигательную, может, гранату бросим. Либо ослепляющую, нет, зажигательную. Попробуем, по крайней мере. Так, ну, сколько-то ворон погибло, а сколько-то нет. Есть. Вот на кого я берегла, собственно, эти гранаты. Ну, зато мы тут можем насобирать писеты. Они нам все равно пригодятся для покупки прокачек всяких оружия. Нормально. Я слышу чье-то рычание, мне это не совсем нравится. Что там, не все так просто. Шпинель так валялся тут. Огромные ворота. Непонятно для чего. И за ними слышно рычание. Ну, знаете, немножечко страшновато. Вот здесь пошел хоррор. Начинается. Так. А ты можешь сюда зайти, Леон? Там у нас патрончики. Для пистолета. И тот, кто рычит, я даже не знаю, что мы для него припасем, честно говоря. Меня это немножко напрягает. Я боюсь, кого они там припрятали. Что они припрятали для Леона. И что, мы можем пройти туда? Ну ладно. Поскольку это рычание меня просто жуть как напрягает, я сделаю небольшой перерыв, ребята. С вами мы увидимся в следующей части. И узнаем, кто же это там такой рычит. До скорой встречи, с вами была Ниагара, всем пока!